Маринуем настоящие лесные грибы по бабушкиному рецепту. Поехали! Для начала нам понадобится глубокая кастрюля, в которую наливаем половину воды. Далее вооружаемся заранее отмытыми, почищенными, подготовленными грибами и перекладываем их в кастрюлю. Убираем все лишнее, берем головку почищенного репчатого лука и отправляем его к грибам. Немного все перемешиваем и после закипания варим в течение 30 минут. После того, как грибы сварятся, вооружаемся дуршлагом, перекладываем грибы и дадим им стечь в течение 15 минут, а далее промываем хорошо под проточной водой. Грязная кастрюля нам тоже не понадобится, меняем ее на чистую и добавляем ингредиенты для маринада. На литр воды добавляем столовую ложку соли, 1,5 столовые ложки сахара, лавровый лист, зонтик сухого укропа, перец горошками, заливаем все литром воды. После того, как залили воду, ставим благополучно на плиту и берем промытые грибы. Вооружаемся, естественно, острейшим ножом самура, который можно купить по ссылочке в описании, и нарезаем порционно грибы. Среди всех грибов у меня был только один белый гриб, поэтому я его тоже пущу на мариновку. С маслят отрезаем ножки, а шляпку разрезаем на 4 части. После того, как порезали грибы, убираем все лишнее, перекладываем их в кастрюлю и после закипания варим в течение 5 минут. Берем простерилизованные банки и прямо в кастрюлю в грибы добавляем 2 столовые ложки уксуса. Тщательно все перемешиваем и буквально через 3 минуты грибы можно распределять по банкам. Только смотрите, грибы сильно плотно в банку не забивайте и оставьте немного места сверху. В конце в баночку наливаем немного рассола, закрываем также простерилизованными крышками и блюдо готово. Ну что, ребят, если вам понравился данный рецепт, смело забирайте и готовьте с удовольствием на своей кухне. А у нас данный ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч. Пока-пока.